Сейчас соберусь с мыслями и продолжаю по поводу игры низкой фракции. Я забыл на чем. Короче, ты можешь делать... вот смотри, если, допустим, сделал противник самолет, который стреляет пулями по другому самолету предназначенному, а не бомбардировщик с воздуха, земли, то он долетит до тебя и постреляет в твой город с людьми. Допустим, я пока не знаю точно, но допустим, для начала там будет 100 людей. И он, постреляв просто хаотично, допустим, убьет там 20 человек и нанесет урона на, допустим, ну, предположим, на там тысячу рублей. Ну, это так просто, я примерно говорю. Неважно, детали не давайте, неважно, это я сейчас так. Тебе нужно будет построить рынок и обменять газ, минералы на деньги, чтобы отремонтировать город. Он второй раз прилетит через ход, дозаправится, прилетит, еще раз атакует. И тебе нужно будет построить противовоздушную пушку наземную, которая собьет этот самолет и восстанавливать экономику. Либо самоходную делать пушку, которая стреляет вверх. Но это нужно построить завод. Можно ставить мины под землю, и противник не будет знать, и зрители не будут знать, где стоят мины, только будет это известно, когда подорвется. Можно сделать укрепленное дно танка, тогда меньше урона будет нанесено.